Нужно жемчуг, где все андермены? Там, тайфун это меним. Я тебе помяну, у меня 24 уровня, я не собираюсь больше умирать. Я не шутил. Не, ну давайте признаем, вы верите, что Тайфун не умрет каким-то тупым образом? Случайно. Я нет. Я сейчас... Значит, там не крипер, не убьет там зомби. Да, он просто пойдет лутацией, не вернется. О, пацаны, там лут валяется после рейда, пока волна следующий не прошла, я залутаюсь. Пиздец. В смысле, нет? Ой. Тупо в голос. Я пытался защититься от него мечом. О, щитом. Но у меня был в руках лук. Капец их тут, господи. А, меня расстреливают со всех сторон. Бутерброд зажали. Сука. Тут парень не из тех, кто просто любит жизнь. Короче, знаешь, что было? В него попал скелет, который стрелял в меня. Крипер на него сагрился. И взорвал мои вещи. Ну, всего лишь 3 стака бревен. Подумаешь. А я шапку сломал. А, ну ясно. А где вы? И там в пещере штук 10. Минимум 15. Крипер сзади, если что. Я предупреждал. Фантомич. Японский бог. Чё там такое? Мать моя женщина. Что такое? Это что я сейчас увидел? Чё ты такое увидел? Там штук 10 криперов было в узком проходе. Ебать. Где? Мне нужны эти криперы, где они? Блять! Давай взорвись еще. А, ты полез. А, сука. Да. Блять! Походу все, да? Нет, я еще живой. Я еще живой. Я обязательно выживу. Шу Майнкрафт, шу Майнкрафт, шу Майнкрафт. Майнкрафт. Зачарование. Сука, не взорвись. Паскудник. Блин, ты своих этих кактусов на этих... наделал. Да, чё, пронзатель, бесконечность, добыча, верность, приманка, пинка. Сила. Максимально 5. По-моему, можно 4 захерачить. Острота. Этого мало. Книжку на отдачу сделаю. Мелкий зомби. Так, меч, заговор огня. Да. Лук. Откидывание 1, говно. Небесная карта 4. Беги! 8. Беги, Форест! Беги, беги! У, сука. Дальше. 200 где-то блоков. 200 блоков паду. Ну, еще раз, Миха, ты еще прошу, ничего страшного там не было, да, Миха? Подтверждаю. А просто вообще даже железные яйца, раз мы через открыть. Чем вот заслуживает того, чтобы к нам относились с почтением. Уважаемый, типа... идите нахуй. А, ты еще не то, что не рандомил, то есть ты зачаровал, ты вместо того, чтобы рандомить и перекачать с 10 до 15 уровня, рандомил просто... Блять, уёбок! И тебе придется рандомить... Конченый мудак, блять, этот крипер, блять. Пидор. Ладно, хоть не сдохла ни одна. Ничего да, не подходить. Буду рандомить. Вот вы обижаете криперов, вот, а вот поэтому они такие злые. У них просто велосипеда не было. Я все... О, я накупил курицы на все бабки. А, ты нажал shift случайно, да? Надо кому-то два стака жареных куриц.
А зачем ты покупал курицу жареную? Покушать, блядь. Ну да. Хотел купить 8 штучек. Вообще пить и пить. Ничего что, пандемия. Так вообще-то не ответственно. А ты почему маску не носишь? У меня бандана красная, мне не надо. А. Рикардо бессмертен, да. По крайней мере, в наших сердцах. Давайте там делайте, что хотите, а потом я захожу в деревню. А так мы шоги не будем. Ну ладно, надо их закрыть. Есть пусто. Ой, еще кровать забрать. У меня кровати нет. А, я понял. Оу. У нас рейд начался, если что. А-а-а. Да там кто-то с первого уровня меткой пришел, блядь, какой-то гений, блядь. Который до этого чувака с флагом убил. Какой-то непризнанный просто, знаете, скромник, нахуй, который так и не признался, блядь, в том, что он убил чувака с флагом. Ну, короче, есть что-то уровень, это рейд первого уровня, а не четвертого. Я, сука, эта тварь подбежала эти первым, блядь, я тупо съебнул сплэшил, и голем меня с одного удара ебнул, да? А! Давай, короче, я пишу в чат координаты. Я послушаю чирп перед походом. Самое главное я сделал. Я нанес себе красивый арт на белый щит. А, кстати, щит. А там зловещий флаг нельзя на щит накладывать? Просто так, что... Не знаю. Наверное, можно. Это же флаг. Но я не берусь говорить. Что я жду вот здесь. Ну есть, вы скоро при... По жопу дёр. Стоп, а как ты куму на башку? Вверх уравнивать ровно. 1000, а у меня час... У меня час сбросился, я выходил. 1374 по иксу. Хорошо, я иду. А, я вижу их никнейм. Пали с дешевки. На, что вы, да, сзади пришел? На, просто эта сторона, костер, Саш. Чтобы эффектно появиться, так сказать. Слышу. Все, давайте. Так, где копать-то? Вы прокопались уже? Спускайтесь. А, там крипер, там крипер, там крипер, там крипер, там крипер. Ха? Интересно получилось. Чё? Давайте. Факела есть? Я первый не хочу идти. Ну, факела расставляйте. Чё там? У меня факел. У меня есть факел. Я ставлю. У меня 4 факела, потом дальше Михаил поставит. Смотрите, там куча мобов тоже. Так забавно. Все ползут впереди, я тупо наблюдаю. Где мои, блядь, эти льда? Так его ещё что-то хилит. А чё его хилит? Где? Я не вижу. Встал. А, да, вон он там. Не долетает. Сколько у меня? 30 секунд, нормально. А, вот он. Он... Ай, ай. Все взорвали. Так, где еще одно дерево выбил? Все? Слуху, я чему? Блять. Охуеть, у гандерменов! А тут воду можно разлить, чтобы они не... Да. Блять. Он сломал просто чью-то это. Да, все, он больше не хилис. У него пол хп, мы его изи сберем. Они за эндерменом бегут, серьезно? Из этого попасть. Слава, конечно. Мы работать в этой игре, да, с такой потенциал и можем кого-нибудь развивать, конечно. Ой, какой-то депрессивный заиграл, ну конечно, да. I see the player you mean, михуя. Yes, take care. It has reached a higher level now. It can read our thoughts. That doesn't matter. It thinks we are part of the game. Тебе сейчас снова придется бежать. I like this player. It played well. I did not give up. It did not give up. It's reading our thoughts as though...
they were words on the screen. That is now it chooses так, to imagine many things when it is deep in the dream of a game. Words Будем стоять тут, чтобы никого сейчас не сагрить. У тебя есть запас на Undercover? Вдруг ты ёбнешься? У меня? Сейчас поставлю быстро стол. Куда пропал? Ты мы там дальше не грузимся. Телефоны пиздят. Блин, сейчас вы покинули, я бы по воде, поэтому улетел бы нахуй. Вот по этому узкому мостику над бескрайней пропастью идти, правильно я понимаю? Да! Заебись. Прекрасно. В игре это самое страшное место в игре. То есть игра это страшнее ада. Я бежать не буду, вдруг у меня мышка дёрнет. Ну да, ну как я в Dark Souls втором, знаешь? Перед грешницей. Рука дёрнется и всё. Буквально. А этот сундук делается из глаза? Папаша, отвернись. Из ока. Ну да, из так ока. Я же оттуда пришел. Я так ору, боже мой. Либо я заплутал. Так с тебя ору, боже. Ты давно тут стоишь или нет? Нет, я только что прибежал. Я скорее всего... я не знаю, ладно. Я поэтому я мосту... Я вроде туда пошел. Я там все оббежал. Так ладно, И вернулся. Так. Но я все равно сюда ходил, типа этому мосту. А, ну да, я вижу. Все равно бы ты без этих очка. Так у меня есть он. А почему ты раньше не улетел тогда? Что мне его не было. Или был, я не помню уже. Уф, все, рядовой Михалыч, спасен. Пауч. Блин. Только зря пришел. На какую кнопку-то идти? Надеюсь, ты попадешь с первого раза. Надо в квадрат именно кинуть. Надо именно, да, в квадрат. Помоги в эпоху и жми пока я. О! Тут нужно нафармить очень много, на самом деле, Ender Cross. О! Хоть туда кровать, да, сломал? И мы на спавне. Красный свежий воздух. Ну ты и нахер мы тут заходили, спрашивается. Не знаю. Надо было цветов нарубить. Не знаю, нахуй мы тут заходили. И почему... А, мне три карты, думал ты стих опять. Нахуй я туда шел, с тобой. Ой, это получается все, да, финал? Или мы в креативе убиваем этого из Путина? В смысле в креативе? Я такое осуждаю. Ну, типа черепа достанем с креатива. Давай. Черепа достанем из креатива, а убьем выживание. Ну, у меня даже ничего не было такого, на самом деле, что можно было просрать. Ну, кроме брони, зачарованной арбалеточ. Разгрязилось в итоге.
Вот так стоять, пить до бесконечности. Чё так сказать? Чё, всё поусели. Когда в следующий раз Майнкрафт? Это 1.17 выйдет, получается. Это у нас получается где-то летом. В принципе, можно было бы Чичу затащить еще. Его убивает. Мне кажется, убивание будет сесть и в зимние каникулы, и в летние. Так что, потеряли, как говорится, бойца. Пошли, что на могилку восходим. Следок. Стой, подожди, у меня цветочки тут росли до него как раз. Один. Маг. Скромный маг. Так, а у тебя есть дерево? Так, го поспим. Да зачем ночью аутентичнее? Ладно, го ночью. Подожди минутку. Я, короче, 69 уровень просрал. Я зачаровывал себе меч. Я сделал топовый меч. Чичка. Нет, не взрыв могилу. Это святое, тварь. Чичка, нам тебя не хватало. Нам тебя и сейчас не хватает. Покойся с миром. Ты зачем могилу вскрыл? Не вскрыл, а эксгумировал. Сзади, если чё. Как говорится, авось поможет. Да хорош. Чекай щит. Зомби, пидор. Да стой, ты сломаешь щит. Да ты скрываешь щит, обычная штука. Это неинтересно. Вот свой нарисовать, а другой. Ну, в общем. Цветочки. Все, я пошел. Делать то, что я давно. Сделать то, что я давно хотел. Че, ПВП хочешь? Да. Ах ты. Ну вот, тебя там накажет. Ах ты. Ты 9 уровень, да, говоришь? Да нет у меня уже. Сука. О. О. Ах ты. Тупая. Зеленая херня. Да, 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 подожги меня. О! О, как я в него, почему я в него попал, а не в тебя? Без понятия. Все, я там уже не вижу. О, у меня? У меня еда закончилась. Все, я сдаюсь. Я сдаюсь. Окей. Не бейте меня. Отставите. Эй, ладно. Все. Приключения Рикардо Милос закончились. Да. Мирного решения не будет. Я говорю, летом. Да. Так сказать, продолжение следует. Да. Можно летом, а можно. Так, я подберу твои шмот. А, у тебя не было шмот. Можно летом, а можно раньше пойти. Посмотреть, насколько сильно изменен 1.12 с модами. Уже патчи есть, но